Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала. Сегодня мне, не сегодня, пришла на днях посылочка. Сегодня только до нее добрался, даже вот еще не распаковывал. При вас все. Вот такая вот. О, красота, еще раз запакована. Причем умотана скотчем. Блин. Жесть как. Постарались. Ну, не будем делать интригу. Пришла сетка Панченкова от производителя. Ссылочка на ВКонтакте я оставлю в описании на эту сеточку. Цены самые гуманные, ну реально очень дешево, но дешево в каком плане? Если вы будете заказывать, покупать немножко побольше, чем я. Я заказал по метру от производителя, вот пришла мне нержавая, блин, здесь по-моему даже больше метра пришло, о сколько. Вот так вот. Нержавейка. Заявлено 4 нити. Но тут их 4. Вот, если вот увеличить. Вот смотрите. Вот 4 нити, как заявлено. Их вот тут видно. Это сеточка вообще, ну, классно. Хорошая сетка. Цена, если мне не изменяет память, что-то порядком. О, видите, как она сделана даже. Цена, по-моему, 120 рублей за метр. Блин, классно. У себя надо поменять, а то у меня уже немножко изнахраченная. Вообще сказка. И медная также 4 нити, да, 4 нити тоже вот. О, ну метра полтора получается отрезали, заказывал метр. В общем, сетка офигенно. Я занимаюсь в последнее время в основном фруктовыми дистиллятами. Незаменимая вещь. Блин, да офигенно вообще сделанная. Друзья, рекомендую производителя. Ссылку на их сайт я оставлю тоже в описании. Медная 240 рублей за метр. Ну, как видите, высылают несколько больше. Работают по предоплате. Но это не критично, это как бы, ну, ответственно заявляю, сетка классная. Сейчас тоже у себя поменяю, у меня медь тоже изнахраченная вся в хлам. Ну, вот так вот, крупным планом, если показать. Ну, она вот выглядит как-то вот так вот. Ну, сделано хорошо, люди сами производят ее. В общем, это от производителя, это не перекупы, не магазины. Нашел случайно ВКонтакте, списались, я вот заказал. Единственное, что сразу же всех предупреждаю, что если будете заказывать, заказывайте больше, потому что пересылка почтой либо транспортной компанией, ну, несколько дороговато получается. Такая классная, даже жалко вообще ее трогать куда-либо. Ну, гляди, какая красота. Супер. Сейчас я, наверное, сразу же поставлю и буду перегонять. У меня как раз вон 10 литров
виноградной браги стоит. Хочу перегнать на чачу. И, наверное, вот сейчас на новой. И это все сделаю. Блин, вообще зашибись. В общем, друзья, рекомендую для заказа данного производителя. Цены самые низкие у нас. Я не знаю, как во всей России, у меня в городе непосредственно данная сетка стоит 500 рублей за метр. Вот это стоит порядком 400 рублей. То есть, соответственно, я это взял 120 рублей, это 240. Ну, существенно дешевле. Блин, надо было заказывать больше. Но это уже в следующий раз. Так что, рекомендую. Данное все. Блин. Причем медь даже вот так по весу тяжелее. Все. Все, что я могу сказать, я в восторге. Все классно. Меня все это радует. Все это вкусняшки для наших дистиллятов. Ну, что, друзья. За обновы надо выпить. Ваше здоровье. Многие не видели, как я на камеру выпиваю. Пожалуйста, не обманываю никого. Это Макадамия. Ссылка на видео по этой настойке будет вверху, в подсказках. Посмотрите. Ай, классно. Ой, вообще сказка. Песня. Понравилось видео? Подписываемся на канал. Ставим пальчик вверх. На колокольчик не забываем нажимать, чтобы не пропустить новые видео. Ну и вступаем в группу. Ссылка все в описании. Всем спасибо. До свидания.